Ровно 219 лет назад, 6 июня, родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня мы решили узнать, какие из его произведений наиболее горячо любимы ульяновцами. «Горелят», наверное. А еще? Ну что еще вот вам запомнилось и в душу запало? «Онегин», что еще, «Путешествие в Эрзурум», «Капитанская дочка». «На мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальный сидел, а нынче, посмотри в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и лес сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит». Евгений Онегин. Даже вот смотрела по телевизору, думала, что всегда буду знать. Растерялась и не помню. «Капитанская дочка». «Башня-крестьянка». «Сказка о рыбаке и рыбке». У Пушкина день рождения? Да, сегодня. О, «Руслана Людмила». О, «Лукоморье дуб». Можете процитировать? «Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит подцепь кругом». Достаточно? Вот, «Капитанская дочка». Так, еще что там? Сейчас Леушка. Не помню. Так, «Араб Петра Великого», стихотворения и тому подобное. Мне нравится очень сказка о рыбаке и рыбке. «Памятник». Можете процитировать, если помните? «И я памятник себе воздвигнул, как ворный» и так далее. Вы знаете, я Пушкина всего люблю. Да? А конкретно, что больше всего? Стихи люблю. Из Александра Сергеевича Пушкина, из его творчества, что предпочитаете? «Капитанскую дочку» и «Евгения Онегина». Но это, правда, это все проходили по школьной программе, поэтому это отложилось. Хотя у меня сочинение Пушкина полное есть, обратно. И читая выборочно, «Выстрел», «Курсин». «Буревною небо кроет, видите, снежная круть». Вот она знаток поэзии, она заводит, пола Онегина знает. Да, и Онегина, конечно. Пушкин — это наше все.